Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с директором протезно-ортопедического предприятия Юрием Гефиркиным и министром труда и социальной защиты Сергеем Дмитриевым. На встрече обсуждались возможности предприятия по производству протезов и специальных средств реабилитации. Она работает уже 15-й год. Современное оборудование позволяет выпускать продукцию высокого качества. Внедряем новые технологии. За все эти годы на почти 600 миллионов рублей выдано продукции инвалидам, и больше 30 тысяч инвалидов получили добротные современные протезно-ортопедические изделия. В Чувашии проживает 87 тысяч инвалидов. Практически каждый желающий и нуждающийся, то есть люди идут в больницу, и врачи им говорят, вот вам положен там тутер, вам нужен, значит, имплантант, вам нужен, значит, протез там, на руки, на ноги и так далее. И после этого, значит, протезно-ортопедические предприятия, идут они туда, они каждому подбирают вот эти вещи, и мы их оплачиваем из республиканского бюджета. В 2016 году на эти цели предусмотрено порядка 2 миллионов рублей. Должны обращаться по-доброму к этим людям, потому что мы берем, если показатели по трудоустройству, то, что они на сегодняшний день оснащаются техническими средствами, у них появляется возможность трудоустраиваться. Они начинают чувствовать, что они здоровые люди, хотя с ограниченными возможностями. Сейчас на предприятиях республики работают 60% инвалидов, обратившихся в органы службы занятости. Специально для них были созданы рабочие места, закуплены техника и мебель. На организацию одного места из бюджета предприятия выделяются 60 тысяч рублей. Чувашия занимает 7-е место среди субъектов страны по показателям численности трудоспособных инвалидов. Татьяна Молкова, Андрей Шоклев, Республика.